поручение от рассмотрения возможных мер социальной поддержки семей погибших участников специальной операции. Вот информацию предоставили в виде таблицы о том, что у нас ряд учреждений готовы предоставить льготу в размере там, от 20%, 50%, ну и вот тут два учреждения 100%. У меня вот несколько вопросов, Екатерина Владимировна, к вам. Значит, первое по поводу этой информации. Вы чем руководствовались, когда обозначали скидку там, 20%, 50%? Ну, вообще это проходило несколько заседаний. У нас все эти проценты согласованы с руководителями учреждений, которые предоставляют, планируют предоставить эти льготы. Все руководители учреждений спорта, образования, культуры. Либо исполняющие обязанности на тот момент, если не было руководителя. Понятно. Вы сами присутствовали на встрече с руководителем? Я просто тоже общался с руководителем. Они говорят о том, что с ним никто не обсуждал этот момент. Ну, ладно. Второй вопрос. Хотелось бы узнать, почему нет информации по льготному питанию. Мы с вами тоже об этом говорили месяц назад. Вот информация есть там поход в кино там, или занятия спортом. По льготному питанию информацию не увидел. Прорабатывался этот вопрос. Можно я вот сюда вытащу, чтобы он не стоялся? Я готова прокомментировать, Роман Сергеевич. Да, пожалуйста. Вопрос питания мы умышленно не внесли в эти предложения, потому что это не только наша прерогатива. Питание в начальных классах осуществляется, бесплатное питание за счет федерального бюджета. Питание для льготных категорий граждан, это с 5 по 11 класс, для детей с 5 по 11 класс, осуществляется из двух источников. Из областного бюджета, из районного бюджета. И категории, вот эти льготные категории, перечень льготных категорий определяется законом Саратовской области об образовании в Саратовской области, номер 215 ЗСО от 28 ноября 2012 года с учетом изменений. То есть мы внести изменения, собственно, ручно в этой категории льготников не можем, пока не будут внесены изменения в закон Саратовской области об образовании в Саратовской области. Поэтому мы этот вопрос и не рассматриваем. Если это будут дети начальной школы, они и так будут бесплатно питаться. Если это будут льготные категории, мы можем только выйти с инициативой в область, как бы, чтобы на уровне области внесены были изменения в закон Саратовской области. Я так понимаю, вообще у нас есть положение, да, которое регламентирует льготные категории. Положение принимаемое на собрании депутатов. Я считаю, что вопрос вообще не проработан, насколько он может проработать, потому что с руководителем учреждений не встречались, потому что мне бы стыдно было бы за поход в кино людям, которые государственные задачи выполняют, давать скидку не 100%, а 50%. Это первый момент. Второй момент. Сейчас речь идет там, о скольких семьях. Там, хорошо, там одна семья, две, три, и дай бог, чтобы они не прибавлялись. Но мы же с вами все понимаем, да, кормильцы теряют не потому, что случайность или авария какая-то. Это серьезная тема. Мне кажется, аргументов достаточно для того, чтобы к этому вопросу отнестись, по крайней мере, с вашей стороны, более тщательно. Месяц был для того, чтобы проработать какой-то прескурант, дали. Мы проработали тщательно все документы, все локальные акты, которые у нас есть, чтобы внести изменения в постановление. Изменения в положение, предложение от вас. Мы дали вам предложение. Естественно, это не окончательный вариант. Почему 20-100, я не пойму вашу позицию конкретно. Потому что это платные услуги, это видение руководителей учреждений спорта, образования и культуры. В основном здесь культура и спорт задействованы учреждения. То есть у меня есть все служебные письма от руководителей. Ну, просто сейчас как депутатов не хотелось это обсуждать, мы могли бы это с вами как-то обсудить до этого. Рабочую группу из числа депутатов района и рассмотреть этот вопрос более детально. Рассмотреть этот вопрос в плане в части изменения положения, дополнительную категорию граждан внести именно по этой теме. И второй момент, если необходимо, то давайте руководителя учреждения пригласим и пообщаемся. Я с руководителями общался, их никто не собирал, никто с ними цифры не обсуждал. Я так думаю, что это вообще с потолка зайдет.